Вот такая красивая цветочная дорога в сторону Амишаба. Доброе утро! Передавай привет своим ребятушкам. Привет. Мы на входе в район Амишав, в городе Питактиква. Вот такая красивая инсталляция здесь, на пригорке, цветочки. Ну, что спряталась? Мы идем заниматься спортом и берем вас с собой. Сейчас мы идем на спортивные снаряды, которые находятся прямо на улице. И будем делать зарядку. Так, Анфиса на велике, она уже тренирует ноги. Ну, Анфиса, съезжай, съезжай. Не бойся, если что, я догоню тебя и остановлю, если успею. Давай, 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 давай. В этом районе был парк, он и сейчас есть. И там был каток для, на роликах, но его разобрали и переделали, часть парка перенесли с этой стороны вот на эту сторону и сделали еще новую детскую площадку и поставили еще вдоль дороги спортивные тренажеры. Вот такая территория, зелененько все, это школа веселенькая. И сейчас мы доберемся, будем заниматься спортом. Моя старшая дочь говорит, что ты примкнула в сан пенсионеров, но вовсе нет, до пенсионеров нам далеко, очень далеко, как и россиянам теперь, до 64 лет, поэтому нам нужно тело держать в форме, чтобы дожить до пенсии. И только потом мы примкнем в стан пенсионеров и будем с ними наравне. А пока нам нужно заниматься спортом, потому что домашняя зарядка, которую я делаю 5 минут, уже не помогает. И как я послушала, что в каком возрасте начнешь поддерживать, заниматься спортом качественно, ну, такое состояние тела у тебя и останется. Ну или, конечно, нужны интенсивные тренировки, чему я не располагаю. В спортзал ходить я тоже не хочу. Пока дойдешь, уже настроение падает. А тут и свежий воздух, и вот детская площадка есть, и есть собачья площадка. А собаки у нас нет, поэтому только Анфиса будет гулять. Нам вон на детской площадке. И я спортом заниматься. Ой, народу много. Сейчас будем тренироваться. Вот такие здесь тренажеры. Это для ног. Ну ты свою сумочку положи, а то вот так вот. Вот. Я его делаю, растяжку на ноги делаю. Побольше. Да. Шире шаг делаю и только какой-то эффект он имеет. Вот этот тренажер тоже мне не интересен. Вот это для рук я использую. Сейчас Анфиса поиграет маленькая, будет тоже меня снимать. И потом здесь есть тренажер на пресс. Но там сейчас дети балуются. Ворона, да. Вот там дети балуются, поэтому я хотела с него начать. Ну, начну с рук или с ног. С ног, да. Вот Анфиса уже начала свое занятие с ног. Сейчас. Ну вот так. Вот так я делаю растяжку. Так, сейчас. Вот так, да, вот так делаю растяжку. Дома я свою пятиминутку сделала уже. Я сделаю спагат, я делаю. Поэтому у меня разогретые ноги еще, мы добежали. Я, смотрите, делаю спагат. Да, да, Больше. Добежали. Сюда. Да, вот Анфиса тоже покажем, как она. Ну, орать не надо, как будто это. Да, интеллект, IQ низкий. Да, конечно, не надо орать. Кому твои крики нужны? Так, вот так я растягиваю как можно шире ноги. И какой-то эффект есть. А так просто как будто это ходьба.
толку никакого, да. Это какой-то шпагат. Да, практически как шпагат. И по всем тренажерам я прохожусь два раза, делаю круг, заканчиваю и второй раз. Давай, моя веселая напарница, давай. Нету силочек, да? Нету силочек. Здесь, думаешь, получится? Давай. Вот, здесь другое дело. Здесь есть сдвиги. Вот. Молодец. Так, все. Снимаешь? Давай. Я хочу посмотреть, насколько я поднимаю ноги. Хорошо? Раз, два, три, четыре, пять. Все. Вот такой тренажер для ног есть. Вот такой. Ну, как-то он мне не помогает. Подходи ближе. Ну, не так близко, давай. Все. Вот, вот это для рук. Оп. А, нет, надо упираться спиной и толкать. Ну, тоже это нужно минут 10, наверное, делать. Тогда какой-то эффект будет. Ну все, такой тренажер, велосипед. Давай, спортсмен. Ой-ой-ой, спортсмен не подготовлен, получается вот такие промашечки. Оп-оп, ну все, баловство пошло. Вот такой тренажер типа лодки. Оп. Что? Все, раскачалось. Вот такой тренажер, как лодка, как будто плывешь. Это мышца разрабатывается, кисть руки. Вот эта часть. Ну, короче, мне она тоже. Я сюда хожу только из-за тренажера пресс. Он под углом расположен и тяжело подниматься. И поэтому я за него хожу около дома, который есть. Ну, почти что в каждом дворе есть такие тренажеры. А у меня там нет для пресса. А мне как-то больше он нужен. Так, Анфиса уже балуется. Анфиса, давай переходи на следующий снаряд. Анфиса. Все, давай переходи. Так. Поближе подойди ко мне. Так, вот, это упражнение мне нравится. Оно на руки, на трицепс, наверное, вот на эти часть тела, чтобы не висела кожа. Мышцы были в тонусе, поэтому вот я поднимаю под 90 градусов, а не вот так вообще просто делать. И поэтому вот так. Получается, я давлю локтями, и идет напряжение на трицепс. Более эффект. Вот так делаю 10 раз. И потом перехожу к другому тренажеру. Меня видно, Анфиса? Да. Хорошо видно? Да. Ну, спасибо. Вот так делаю. И потом иду к другому тренажеру на ноги или на пресс, чтобы руки отдохнули. Мне вот этот тренажер нравится. Около дома у нас такого нет, однако. Видно меня? Так, вот этот тренажер мне тоже нравится. Я специально повыше локти делаю, 90 градусов, чтобы больше усилий было, а не вот так вот. Ну, так это вообще просто. Я делаю так, чтобы мышцы рук вот эти вот маленечко напрягались и не висели, кожа не висела. Вот так делаю. Не торопясь, чтобы по максимуму напряжение мышц было. Вот так 10 раз. Потом я прохожу по всем тренажерам. Не надо трясти, Анфиса, камеру, ну. И потом... Анфиса, снимай меня, пожалуйста.
делай 10 раз и к следующему трену. Ну, оператор у меня сегодня баловный получился. Сейчас переходим на пресс. И тоже вот этот турник. На руки я уже растянула, можно сказать, мышцы рук. Поэтому сейчас вот могу по перекладинкам этим руками пройтись. Вот у Анфисы достижения какие, уже до колечка достает. Давай. Давай. Анфисе нужна помощь. Пройдусь по этим палочкам, насколько у меня сил хватит. Раз. Отпускаю своего видеооператора. Она пойдет качаться на площадке, а я сделаю свой комплекс уже без записи, интенсивно, как надо. Давай, пока. Беги, беги, играй. Вот такой тренажер для ног. А, нет, вот он. Вот он тренажер, он был занят. Бабушка с дедушкой тут сидели. Ну, как бы мне он не помогает. Я не знаю. Ну, бабушкам, дедушкам, да, возможно, помогает, но мне нет. Вот, сейчас я покажу. Вот такие усилия делаю. И ноги ровно, и все. Ну, короче, мне не помогает. Так, просто для общего развития поделаю. Вот такой тренажер. Это для поясничного отдела. Влево-вправо он крутится. Вот такой. Ну и все. В принципе, здесь для поднятия настроения, можно сказать, и для поддержания мышц в порядке. Все есть, не обязательно в платный ходить. Тренажерный зал бесплатно можно. Тем более там, ну вот, воздух. Можно сказать, дышишь кондиционированным воздухом, а здесь на свежем воздухе природа, релакс, настроение. С ребенком пришел, ребенок играет, катается, собачку привел, гуляет собачка. Ну, хорошее место. Да, утром надо или вечером приходить. Но вечером уже спортом не позанимаешься на полный желудок, конечно, надо с утра. Вот поэтому мы выходной день и приходим. Пока еще есть утром время, и можно позаниматься спортом. Не покушавши, прибежать сюда, пока солнце не палит. Вот советую, кто проживает в Пятактикве, пожалуйста. А вот там тоже детская площадка. Давайте, пока-пока.